Привет, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Тимощук, и это канал «Шарики и декор». Сегодня я вам покажу, как из шариков сделать солнышко. Еще одно солнышко из шариков, да. Вот так оно выглядит. Этим солнышком можно украсить любое мероприятие, как детское, так и какое-нибудь еще. Очень будет весело и красиво, если интересно, как его сделать. Ну, тогда приступим к видеоуроку. Поехали! Для этого нам понадобится насос, один круглый шарик, я сегодня буду использовать 12 дюймов желтый, ну и буду использовать ШДМ 160, можно также на 260 делать, желтого цвета, количество вы видите на экране. Начинаем с того, что надуваем наш круглый шар, надуваем так, чтобы он более-менее был круглым. Поскольку это солнышко будет у нас есть, завязываем. Дальше надуваем желтый шарик ШТМ 160. Я в конце оставляю примерно у пальчиков 8 где-то свободных. Завязываю. И конец этого шарика с этим соединяю. Связали. Дальше берем маленький, делаем пузырек на 2 пальчика, обвязываем его вокруг себя вот так. Делаем еще один такой же и тоже его вот так обвязываем, обкручиваем. Так. Вот что у нас получилось. Дальше давайте будем отступать по 5 пальчиков примерно. Ну да, пусть будет 5. 5 пальцев, делаем скрутку. Пузырь на 2 пальчика. Обвязываем его. Еще один такой же. И тоже его обвязываем. Вот таким образом мы будем продолжать плести дальше наш вот этот шарик. Нам нужно будет сделать так, чтобы... вот эта вот ШДМ-очка у нас полностью обвивала наш круглый шарик. Вот. Вот таким образом. В конце, когда у нас она заканчивается, мы просто обрываем наш шарик. Можно в конце сделать вот такой пузырек, лопнуть его, сдуть. И вот у нас хвостик остался. Где-то здесь прикручиваем. Надуваем следующий шарик и просто прикрутим следующий шарик на то место. Вот, и новый шарик прикручиваем к вот этому месту. Можно не привязывать, никуда оно не денется. Просто прикрутить, и все. Все, продолжаем делать точно то такое, как мы делали здесь дальше. Ну вот, в принципе, такого, я думаю, достаточно будет. Теперь нам нужно... Вот его вот так обволакиваем. Так, и вот этим местом соединяем вот здесь. Учтите, надо делать так, чтобы оно немножко шло в натяжечку. Чтобы у нас наше солнышко не распалось. И здесь его вот таким образом соединяем. Лишний шарик можно оборвать, можно, в принципе, оставить. Сейчас поймете, почему. Берем этот шарик, отступаем примерно пальчиков, ну, скажем, 8, может быть 9, давайте 9. Сделаем скруточку. Снова делаем такой же пузырь, как здесь, по величине. Вот. И вот этой скруточкой цепляем вот к этому месту. Дальше делаем точно так же. Надуваем новый шарик. Я оставил в конце пальчиков 5 свободных. Завязываем. Этот, конечно же, мы обрываем шарик. Кончик прикрутим, чтобы не вышел воздух. А этот шарик прикручиваем на место прошлого.
Вот сюда. Все. И продолжаем точно так же делать дальше. В конце лишний шарик также обрываем. И кончик прикручиваем здесь, чтобы не вышел воздух. Ну все, друзья, вот такое солнышко у нас получилось. Можно еще взять маркеры, как-то разукрасить, сделать улыбочку, два глазика. Ну, дальше уже на вашу фантазию. Этим солнышком можно украсить любое мероприятие, особенно детское. В принципе, все, друзья. Если понравился видеоурок, обязательно поставьте видео лайк, комментируйте, буду рад. Подписывайтесь на канал по ссылочке, которую вы где-то здесь должны видеть. Ну и всего хорошего, будет вам счастье. Пока, друзья!